Более 70% бюджета, основную долю в расходах на следующий год, все так же занимает социальная сфера. Все социальные обязательства перед жителями области сохранятся. Кроме того, по инициативе депутатов облпарламента деньги зарезервированы на строительство поликлиники в микрорайоне Заклязьминский, здание детской поликлиники Кольчугинской ЦРБ и на строительство здания для станции скорой помощи во Владимире. И мы уверены, что если будет построено новое здание, что если будут приобретены новые дополнительные автомобили для станции скорой помощи. Конечно, время доезда до наших больных будет сокращаться. Ну и очень важный вопрос, о котором мы уже неоднократно говорили, это, к сожалению, сгоревший драматический театр. На первый этап его реконструкции из бюджета будет выделено 60 миллионов рублей. В областном бюджете учтены и расходы на реализацию наказов избирателей депутатам законодательного собрания. В 2021 году более 175 миллионов рублей, в 2022 более 200 миллионов и в 2023 144 миллиона рублей. С такими результатами депутаты приступили ко второму чтению. На заседании рассмотрели 138 поправок в бюджет. Одна из самых обсуждаемых тем – это значительное увеличение денег на ремонт и строительство дорог местного значения. В наш адрес поступают многочисленные обращения от граждан, от руководства городских округов и муниципальных районов с жалобами на неудовлетворительное, а иногда просто катастрофическое состояние местных дорог и тротуаров в наших населенных пунктах. Причина этому, конечно, недостаточное финансирование муниципальных дорожных фондов. Вынесены многочисленные представления прокуратуры и судебные решения с требованием устранить нарушения и привести дороги и тротуары наших муниципалитетов в нормативное состояние, однако средств на это нету. По итогам внесенных соответствующих поправок в бюджет на решение этих проблем муниципалитеты в виде субсидий направят более 900 миллионов рублей. Они будут распределены по 21 муниципальному образованию. Итого на ремонт и содержание дорог потратят 1 миллиард 167 миллионов рублей. Кроме того, в рамках заседания депутаты оставили в силе принятые в конце ноября изменения в закон о приватизации государственного имущества Владимирской области. Тем самым преодолели вето губернатора. Мы идем в правильном направлении, и тот закон, который сейчас принят, он даст нам возможность открыто, гласно, совершенно прозрачно принимать участие в приватизации государственного имущества Владимирской области. По этому закону губернатор Владимир Сипягин теперь должен согласовывать с Заксобранием все нюансы приватизации. За это решение проголосовали 2/3 депутатов.